была кухня долбоебов. Побухивали, да? Да. Шампанское пили, пидоры. Что они тут? Пивко, да? Понятно. Капуста. Жрать что-то себе готовили. Сука. Шашлычки делали. С зеленым горошком и морковкой. Что? Ага, вот знаешь, где они были? Сейчас, подожди, сироп. Ты понял, да? Вон. Что там? Это с кафешки, то, что на трассе. Да, на трассе кафе разбитого, спиздили. Мангал. Ваньки нахуй. Чемодан у кого-то спиздили, а что в чемодане, блядь? Хуйня какая-то, да? А, ничего нет. О, дверцы. На это сам. Гель для душа, блядь, все пиздят. Пидоры. Отники, сука, свои забыл. Пидор. Есть более серьезные такие, видишь? Укрепление. Да, окопы с укреплением. Как Ваньки жили тут. Блять, сука, неудобно в броне. Что там, пивко, да? Пидорасы, блядь. Блять, продолжаем путешествие по дислокации орков. Вон они тут жили, копались пидоры. Ну и что у нас тут? Да, блядь. Пайки, блядь, их. Что тут написано? Галеты для долбоебов, да? Понятно.